Всем привет огромный, ребята. Мы с Алю Дениса выехали и доезжаем до Бодрума. Вика нам здесь забронировала гостиницу, называется Le Blanche, 5 звезд. И мы вот, не доезжая до Бодрума, остановились посмотреть. Тут такая красота вообще вышла. Тут этот Алю Денис не сравнится абсолютно с этой водой. Очень классно. Вообще вода, гляньте. Тут даже лучше, чем вот та голубая лагуна. Вот тут действительно голубая вода. Гляньте. Такого прям бирюзового цвета вода. Очень классно. И пляж, кстати, бесплатный. Туристов вообще нету. Здесь только местные люди. Ира, а теперь скажи мне, что лучше, голубая лагуна или вот это? Вот это голубая лагуна, да. Видишь, мальчики, мы все взбодрились. Даже цвет воды какой. Да нет, а то была Ира. Там лучше? А, конечно. А, конечно. Это Ира была хреновая, но Ира по факту говорит, как есть. Даже вот смотрите, какой классный переход воды. Он такой светло-бирюзовый, темный, да-да. И знаете еще, заметьте, что туристов нет. Туристов нет, ты видишь, одни местные люди. Да. Так, что там с отелем, вы не сказали? Подтвердили. Уже отель подтвердили бухнули, бронь, да. Еще не прислал саму бронь, чтобы деньги им скинуть. Отель, да, Ланж, да. Так, ну надо же мне поснимать, что это такое. Я же тоже начинающий блогер. Ой, ну так, смотрите. Мы уехали с Алексеем, там сказали, всем плохо, а здесь им хорошо. Пришли на дикий пляж, где нет ни зонтов, ни шезлонгов. Иру в кадр, пусть она расскажет. Да. Давай, Бенис. Твой канал, ты рассказывай. Это Лира, Лира. Что, нам не надо? Бери, бери, не надо. Мы ему давали. А, бери, бери. Не надо, бери. Будешь богатый. Лиру отдаю. У меня просто лир не было. Они дали евро. Надо было мы. Но у меня нет, не было лир. Ничего. Евро дали? А, я на вилле, что вы даете копейку. Ну, я лир. Да ну просто он понял, что это много. Ну какая разница, боже, хай, ну 30 гривен мы заплатили, сказали, чтобы остановиться. Гена, ты когда снимаешь, надо что-то рассказывать. Хватит, я поговорю. В общем, очень классно здесь, только вот видите, одни местные люди. Ну, природа вообще просто. Вот я говорю, не зря Вика говорила, что Бодрум отличается от той Турции, от Кемера, от других, вот там, где мы были, вот совсем другое все. Мы будем надеяться, что там красивая, классная гостиница, мы 2 дня там отдохнем. Что наслаждайтесь цветом воды, действительно очень классно. Мы в гостиницу Le Blanche, обрабатывают наши чемоданы, припарковали мы машину. Такой сервис здесь. Боже, да тут как в Аке. Hello. Здравствуйте. Скажите, мы там была бронь на 2 дня. Вы подтвердили ее 5 минут назад. Мы ждали чуть не целый день вашу бронь, да. Еще не успела мне Вика ваучеры выслать. Но у вас уже окей стоит. Она нам только что рассказала, что мы уже на обед не успеваем, но есть кафешки, где готовят еду еще. Да. Вот смотрите, дали нам номера, карточки, и парни чемоданы нам завозят. Ого! Смотрите, какая тут территория большая. Ох, ничего себе! Гляньте, как номера красиво. Вообще площадь какая большая. И вид на море. Да, у нас номера все будут с видом на море. Смотри, опечатан номер. Сама смотри. Видишь? О! Кровать. Диванчик. Ага. Сказал нам, что мини-бар, все бесплатно. Yeah. Thank you. Yeah.
Сейчас включит нам кондиционер. Боже, вообще шикардос. Глянь. Air conditioning control panel is here. This temperature, cold and hot, cold now, close. 1, 2, 3. And okay. Working now. Working now. You need a safe box. Okay. И здесь он говорит, что... Yeah. Ага, сейф. Yeah. Что? It's here. Press 4 number and press hash. 4 number your password. Mm-hmm. And reception number 9 in telephone. Okay. Okay. Are you hungry? Номер один. Yes, yes. Yeah, yeah. We have snack bar next to pool. In hamburger, pizza, chips, lahmacun. Он говорит, что есть snack bar, hamburger. Okay, okay. Yeah, close at 5 o'clock. 1 hour later. Так, okay. Yeah. Прямо мы сделаем шоу, okay. А потом это. Шампо is here. And towel is here. Ага. Towel is here. А, okay. Yeah. Room is okay? Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Nice to see you later. Сеньки. Ой, какой, так быстро все объяснил и показал. И шампунь, говорит, и сейф, и то, и все. И душ. И, кстати, знаете, что я хотел показать, я не успел. Когда мы зашли в номер, здесь была пломба на дверях, вот. Видишь, опечатано, что номер продезинфицирован. Вот, я хочу показать, потому что там такого не было. Вот, смотрите. Видите, пломбочка вот такая вот. Он когда вскрыл, конечно, вид очень красивый, 5 звезд, и классно, что... А что это играет? Музыка. Так, я еще хочу вам показать, смотрите, пульт. Пленки тоже закрытой, вот такой вот, видите, стикером, что тоже продезинфицирован и чистый пульт, класс. Чайник есть в номере, чай, кофе, стаканчики, пепельница. Не показывал вам. Вот, кстати, знаете еще, что классно, что мини-бар находится на возвышении, то есть не надо нагинаться, чтобы доставать там воду. Вот, сказал парень, что бесплатно. Ну, получается, кола Фанта, вода и два сока. Но удобно то, что не надо нагинаться, понял? То есть, что он на возвышении, классно. Можно нагинаться, не надо, но маленький. Да, сам вот, видите, уже пришел, влегся уже. Сидеть умничай, маленький. Мини-бар ему маленький. Так, еще что я вам покажу. Смотрите, я только что распечатал, достал, помыл руки. Мыло натуральное, видите, ручной работы, вот запечатанное вот такой вот, как картонка, вот, бантик такой сделан вот с веревки, я только что открыл, помыл руки, класс. Косметика тоже ихняя, стаканы запечатанные, это для девушек, кто знает, для чего этот пакетик, не буду комментировать, я думаю, вы понимаете, да, для чего этот пакетик, вот. И полотенечко, большой достаточно такой душ здесь. Самвел открывает свой чемодан. Да, очень красивый вид здесь из окна, конечно, вообще. Прям вот выходишь, а там море. И напротив такие две скалы красивые. Тут видно все шуршат. Рассказывали только что, что маски, держите Удивление, дистанции, да. Мы заботимся о вашем здоровье, одевайте маску, сохраните дистанцию. Сейчас пойдем мы кушать. Ой, красота вообще, ребята, очень красиво здесь. Вот действительно совсем другая Турция. Так. Я сижу на чем диванчике. Поправь, пожалуйста, тогда простынь мне. Да, сейчас. На кровати. Зачем ты тогда простынь на кровати мне поменял? Затем, чтобы ты спитал. На. Люди, покажу людям. Смотрите. Пошел в душ и выбросил свои трусы. Вот твои зрители. Да ну зачем ты так делаешь? Давай, поверни. Да ну, Самвел. Поверни. Не делай так. Они мокрые, фу. Это трусами, блядь. Убери свои трусы. Ты трусами буду вот. Будьте гадость, все писать будут трусами. Фу!
Теперь мне придется дезинфицировать телефон. Да, сиди жопу покажу, будете улучшать. Я вам покажу, как вы прокачаете, надо выступать. Вот так, миллионер и я. Миллионеры турецкие мы из Дмитровки, понятно? Завидуете, куколки. То есть антикуколки, колени там. Колины. Не надо обижать моих зрителей. Мне очень... Какие меня оскорбляют. У меня очень хорошие зрители. Да. Понятно? Дуже. Очень хороший. Да. Они меня любят и уважают. Ну только хай тебе любят, но другие же не обсирают. Ну так это я ничего не могу поделать с этим. Ну так я тоже не могу поделать. Я на место ставлю. Самвел, слышишь? А найди, пожалуйста, мой пакет. Там были мои шорты для плавания и маска. Потому что они мокрые, их надо положить, чтобы они высохли. Я тогда в черных пойду сейчас. Что мы сейчас пойдем кушать? Хай высохнут шорты мы. На джипсике вот там будут спать, ребятки, сегодня. Оля хай спит на здоровой кровати, ему места много надо. Переоделись, ищем бассейн, потому что тут очень много этажей. Ищем гостиницу. Магазин есть внутри. Угу. Вот еще один бар. И налево один. Нашли, слава богу. Прям возле моря. Чего вы нас не подождали? Мы вам звонили, кричали. Коля, Коля, по этажу ходим, мы же не знаем, где ваш. Позвонили, никто трубки не берет. И полотенце вы уже взяли себе, да? Конечно. Но мы же договорились, переодеваемся сразу на пляж. Где вы шатаете? У нас уже 4 часа вечера. Надо же еще поплавать.